Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. Сегодня мы рассмотрим коконы тутового шелкопряда, поставщик Таиланд. Коконы тутового шелкопряда представляют собой натуральные шелковые нити с высоким содержанием активных компонентов. Метод получения – подсушивание кокона с последующим извлечением куколки шелкопряда до ее превращения в бабочку, обработка горячим паром. Косметические свойства. Увлажнение кожи, деликатная полировка пилинг, лифтинг, замедление процесса старения, выработка коллагена, повышение эластичности, упругости и тонуса кожи, эффективное очищение кожи, сужение пор, профилактика прыщей и угрей, профилактика и гиперпигментации, восстановление поврежденных волос. Косметическое применение – это косметика для лица и тела, скрабы, массажные средства, косметика для волос, шампуни, кондиционеры, мыло ручной работы, массаж. Вот так выглядят коконы. Они беленькие, чистенькие, твердые. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!